Благотворительную помощь спецавтобаза оказывает не первый раз. В реабилитационном центре для несовершеннолетних компания заменила кровати и установила кондиционеры. Мы по просьбе предприятия, то есть согласовываем все, что нужно, наиболее необходимые вещи. Мы стараемся помогать, чтобы детишкам было здесь комфортно и уютно, как дома. Место для установки рециркулятора воздуха уже нашли. Это мы поставим в холле, там, где часто бывают наши сотрудники, которые не находятся на самоизоляции. То есть работаем для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Оказывать поддержку центру спецавтобаза планирует и дальше.